Вот, теперь начинаем. Значит, вчера у меня было несколько встреч и, ну, с разными людьми, и каждый раз выяснялось, что так или иначе возникает депрессивное состояние из-за отсутствия, ну, как мне говорили, из-за отсутствия солнца. Вот, мне кажется, это такая серьезная у нас задача — жить без солнца. Вот. Но если мы вот такие огненные практики практикуем, то, что мы делаем, мы разжигаем огонь внутри, огонь в сердце. То, и задача не блокировать наши вот эти энергетические центры, вот эти вот, что нет солнца, зажиматься, а наоборот раскрываться, то есть раскрываться потоку. Давайте начнем вот с этого солнечного потока. Элементы одного такого энергодыхания, возможно, я сделаю и по нему целый вот мой, как марафон, да, продышим его, это энергетическое дыхание. Сейчас просто элемент. Смотрите, вдох, спинку ровненькую делаем, вдох делаем как поток серебристого или золотистого света, который входит, вот так проходит через макушку, через верхний центр, проходит в таз, вот сюда. И здесь начинает как бы концентрироваться. И с каждым вдохом его все больше, с каждым вдохом больше, 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 пока мы не заполним всю структуру таким сиянием. А выдох из грудной клетки в виде такого дымка, и в нем мы как бы растворяем все, что нам не нужно, и отпускаем все, что не нужно. Из грудной клетки вот так в пространство. Вдох мы заполняем таким золотистым, солнечным светом внутри пространства. Вот таз, ноги и больше, 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 как сосуд заливаем. Выдох, выдыхаем такой струйку серого дыма из грудной клетки в виде ненужной энергии, отработанной такой серенькой. Давайте, я буду вместе, давайте. Поехали. Вдох. Заполняем таз. Выдох. И из грудной клетки все выдыхаем. Вдох. Обязательно у нас как энергетическая такая, как помпа, это живот. Вот еще один элемент. Мы дышим животом. Выдох. Выдыхаем и выталкиваем животом. То есть животом мы из грудной клетки выталкиваем вот эту струйку серого дыма. Вдох, живот. Поток пошел через макушку. Выдох из грудной клетки. Давайте с довыдохом. Можно вот живот плоский, плоский, плоский. И небольшую задержку. Вдох. Наполняемся солнечным светом. Выдох. Выдыхаем ненужное. Вдох. Выдох из грудной клетки. Да, выдохнули. Давайте с втягиванием живота. Значит, полный вариант. У нас три замка. Корневой, брюшной, головой на выдохе. Вот. Кулаки и плечи. Вот так. Плечи мы. То есть плечевой замок делается отведением плеч назад. Пальцевый замок. Зажиманием большого пальца внутрь. Брюшной замок втягиванием живота. Корневой и горловой. Вот. Ну, то есть мы как можно больше замков включаем, которые возможны при положении сидя. Вдох.
Получаем. Выдох. Отдаем. Да, выдох. Замки. Отпускаем. Вдох. Выдох. Как бы с животом выдавливаем все из грудной клетки. Замки. Вдох. Выдох. Замки. Вдох. Давайте на вдохе остановимся. Замки на вдохе. Выдох. После выдоха замки. Все те же. Опустили вдох. Заполняемся золотистым светом. Надули грудную клетку, остановили дыхание, замки, плечи, кулаки, корневой, горловой и брюшной. На вдохе. Выдох. Выдохнули, втянули, замки. Вдох. Замки. Выдох. Тянули все, замки. Вдох. Остановились, замки. Выдох. Замки. Хорошо. Но сам комплекс, он примерно на 40 минут. Мы сделали такой начальный вход. Почувствуйте, как поменялось состояние. Встаем. Сегодня я буду давать практику, ну, суставную практику. Нам задача разогреть все суставы, все маленькие сухожильные связочки по всему позвоночнику и по основным суставам. Но начнем все равно с дыхания. Руки через стороны вверх, вдох. Подышиваем. Точки поднялись. Выдох. Спинка ровненькая. Вдох. На точках поднимаемся. Выдох. Дыхание улучшаем. Вдох. Задача. Вот на вдохе продолжаем наполняться золотистым светом, сиянием. То есть на вдохе нам надо пробить макушку. То есть на вдохе, чтобы поток заполнял.
Вдох. Давайте сделаем выдох. Ну так, чтобы было понятно. Вдох. И прогоняем по всему. Выдох. Вдох. Задача заполнится солнечным светом внутри. Выдох. Вдох. Выдох. Ладошки на таз. Делаем выдох, раскрываем ладошки. И в таз вкладываем. В серединку таза вдох. Выдох. Вдох. Заполняем таз золотистым светом. Вдох. Выдох. Раскрываем. Вдох. Со вдохом втягиваем. Выдох. Вдох. Выдох. Солнечное сплетение. Вдох. Солнечное сплетение. Вкладываем ладошки. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Дыхание Уджайи. Вдох. Ладошки активные. Чувствую на ладошках ощущение плотности. Выдох. Вдох. Выдох. Грудная клетка. Грудная клетка. Вкладываем. И попробуйте почувствовать плотность, тепло, свет в тазовом центре. Вот мы сейчас в анахата, в анахату, анахата чакра. Анахата. Центр. Четвертый. И теперь горловой центр. Выдох. Вдох. В горло. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Теперь центр головы, межброви, точка межброви. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Опускаем руки, выдох. И теперь в макушку вкладываем. Вдох. В макушку положили. Выдох. По всему телу прогнали. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Почувствовали изменения какие-то?
Перед головой двигаем вперед-назад. Вперед-назад. Поближе. Сяду. Вперед-назад. Право-влево. Угу. И теперь рисуем, кто вот не делал ни разу, у нас ось, это вот прямая спина, ось. И теперь мы рисуем петля подбородком спереди, петля сзади. Петля спереди, петля сзади. Вот такое движение. Два, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Раз, два. Визуализируем восьмерку. Три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Теперь вправо-влево. Над одним плечом, над вторым. Два, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Чувствуем там прокручивание. Два, три, четыре, пять, шесть. Следующая восьмерка изогнутая. Голову в сторону, натянули бок, повернули в этом положении, подняли, вернулись. Голову в сторону, повернули, подняли, вернулись. И плавные переходы делаем. Вот такое приятное движение. То есть голова скользит как по рельсам. Ага. Пять. Шесть. В другую сторону. Кручение в другую сторону. Голова отведена. Вверх посмотрели. На место. Отведена вверх. И два, три, двигаемся, четыре, пять, шесть. О, хорошо. Дальше двигаемся. Ставим ладошку на грудную клетку, вот сюда, на серединку, и грудной клеткой толкаем вперед. Назад. Ну, отдел. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Право-лево. 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 Ага. Есть. И теперь спереди восьмерка, сзади. Спереди, сзади. Ага. Три. Четыре. Кулачком рисуем. Пять. Шесть. Поменяли направление. Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть. Теперь справа налево. Раз, два. Смещаемся относительно таз. Три. Почувствуйте, что здесь работает. Четыре, пять, шесть. Другую сторону. Раз, два. Кулачком рисуем. Три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Дальше идем. Плечо. Плечо. Вверх-вниз. Вот подвигали. Вверх-вниз, вперед-назад. Вот отведение вперед. И на... приведи... отведение назад, приведение вперед. Вот двигается, да? Теперь восьмерочка. Вверху, внизу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Угу. Вперед-назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Угу. Поменяли направление. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, хорошо. Почувствовали правое и левое плечо.
У нас сегодня эксклюзивный материал. Это такая волновая сукшма-вьяяма. Плечо вверх вниз. И дыхание, энергетическое дыхание, оно называется дыхание по Бали. Не знаю, слышали такое или нет. Плечо. Восьмерка. Вверх-вниз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. В другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Угу. Вперед-назад. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. В другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. Почувствовали оба плеча. Теперь давайте. Кисти. Кисти. Кисти вперед вытянули. И восьмерочки. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. В другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Угу. Встряхнули. Ручки в стороны. Пальчики на себя. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Кулаки сжали. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Кулаки. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. На вдохе подняли. Сделали. Выдох. Толкнули. Указательный палец вытянули. Вдох. Выдох. Второй палец вытянули. Вдох. Выдох. Третий палец вытянули. Вдох. Выдох. Толкаем прямые руки. Четвертый палец. Вдох. Выдох. И пятый палец. Вдох. Выдох. Толкаем пространство. Вдох. Опустили вниз. Выдох. Хорошо. Встряхнули. Теперь нам нужно восьмерку нарисовать правой ладошкой. Почувствовали изменения? Есть. Вот пошло. Шея, плечи. Правой рукой ладошка все время вверх смотрит. Вот такое движение. Делали, ну, кто в занятия ходит, делали много раз. Три. Четыре. Ладошка все время вверх смотрит. Кто первый раз, внимательно попробуем повторить. Угу. В другую сторону. То есть все суставчики включаются, даже позвоночник это забедренные суставы. Три. Видите, как там двигается? Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. Теперь фиксируем в точке пространства ручку вот здесь. Фиксируем ее. И в одном месте ее держим. Раз. Смотрите, я ее на одном месте держу. Ладошку все время вверх смотрит. Два. Как будто я шар большой держу. Три. Четыре. Тело должно подвигаться. Пять. Вот видите, одна точка пространства. Шесть. Визуализируем шар. И мы его держим в другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Стряхнули. Вторая рука. Большой круг. Большая восьмерка. Раз. Большая. Два. Такими большими мазками делаем. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. В другую сторону. Раз. Два. Три. Соответственно, вдох, выдох. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. Теперь шарик держим вот где-то возле грудной клетки. И начинаем прокручиваться. Раз. Два. Три. Четыре. Пять.
6. В другую сторону. Раз. Два. Три. Шарик на одном месте. Четыре. Пять. Шесть. Тряхнули. Ну, двумя руками тоже сделаем. Две ладошки справа-слева. Вперед. Раз. Два. Три. Четыре. В другую сторону. Раз. Два. Вдох. Выдох. Смотри. Три. Четыре. Правая вперед, левая назад. Пробуем рассинхронизировать движение. Разминаем мозги. Два. Три. Четыре. Вас никто не видит? Пробуйте. Пять. Ага. Другую сторону. Раз. Два. Три. Ладошки, смотрите, все время вверх смотрят. Четыре. Пять. Стряхнулись. Молодцы. На живот ладошку. На живот. И теперь область таза. Таз. Вперед, назад. Вперед, назад. Вправо, влево. Вправо, влево. И теперь у нас передняя петля, задняя. Два, три, четыре, впереди, сзади, пять, шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Угу. Справа налево, слева направо. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отлично. Почувствуйте, как вот эта зона начала разогреваться. Теперь на правую ножку встаем, на правую. И наша задача с раскрытым вот такую восьмерку сделать. Раз, два. То есть с раскрытым бедром вперед идем, с закрытым назад. С раскрытым вперед, с закрытым назад. Понятно принцип? Петля спереди, петля сзади. Раз, два, три, четыре, пять. Угу. Теперь закрытым вперед, открытым назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Угу. Другая нога. Раз, открытая, закрытая. Два, три, четыре. Сзади тоже большая петля. Пять. Шесть. В другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. Тряхнули. Давайте по пяточкам постучим. Пяточками по ягодице постучим. Хорошо. Поднимаем правую ножку и рисуем ступней вот таким покачиванием восьмерочки. Вперед-назад. Угу. Пять. Шесть. Справа налево. А, вперед-назад в другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Справа налево. Раз. Два. Три. Четыре, пять,
То есть у меня направление. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Перехнули. Вторую ножку вперед-назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У меня направление. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Справа налево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тряхнули. Так. И остается у нас с ступнями. Вот только ступнями. Вот. Ступня. Вверх-вниз, вправо-влево. Вверх-вниз, вправо-влево. Вперед-назад. Раз. Ну, вверх-вниз. Два. Рисуем пальчиками. Три, четыре, пять, шесть. Меняем направление. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Справа налево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Другая нога. Руки вперед-назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поменяем направление. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Угу. Справа налево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все встряхиваем. Давайте вот такое. Потряслись. Хорошо, покрутились. Мы прошли сверху вниз по всем суставчикам. Каждый суставчик — это у нас энергетический центр. То есть если суставчик работает, он вырабатывает, аккумулирует и вырабатывает энергию, то есть там есть жизнь. С точки зрения физиологии, значит, там все, жидкости все выделяются, все, что нужно. Хорошо. Вот такой еще поза всадника, ладошки перед собой. Попробуйте сейчас повторить. Вправо-влево раскачиваемся. Раз, два. И по диагонали. Три. Раз, два, три. Поднимаем ногу. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Ниже опускаемся. Три. Раз, два, 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 три. Угу. Хорошо. Встаем в начало коврика. Немножечко большие группы мышц взбодрим. Руки перед грудью. Сейчас очень внимательно. Будет длительные стойки на одной ноге. Вот будьте внимательны. Если сложно, пускайте раньше ногу. Руки через стороны вверх. Вдох. Потянули вверх. Вниз, выдох. Посмотрели вперед. Вдох. Давайте левая нога вверх. Выдох. Угу. Так. Правой рукой взяли за пятку. Вдох.
ножку выше. Ушли в наклон, выдох. Правая рука внизу, левая поднимается, разворачивается. Левый таз, левая нога, левая рука. Вдох. Выдох. Рука над головой, смотрим вниз. Вдох. Выдох. Ладошки на колено, смотрим вниз. Вдох. Выдох. Ручки вперед вытянули. Вирабхадрасана. Вдох. Выдох. Отшагнули назад. Делали широкий шаг. Руки вверх. Вдох. Выдох. Отшагнули второй ногой. Сделали внизу выдох. Собака головой вверх. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Правая нога вверх. Вдох. Шаг вперед. Выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Наклон к правой ноге. Выдох. Посмотрите вперед. Вдох. Отшагнули, подшагнули вниз, опустились, выдох. Руки через стороны вверх, вдох. И через стороны вниз, выдох. На вторую ножку такая же история. Вдох. Наклон, выдох. Правая нога вверх. Вдох, смотрим вперед. Опускается правая рука с луку, левая на пятку, выдох. Левая рука вниз, правая вверх. Смотрим вверх, вдох. Выдох, рука над головой, смотрим вниз. Хорошо, ладошки на колени, вдох. Выдох. Вирабхадрасана 3. Вдох. Отшагнули назад. Выдох. Поднялись. Вдох. Отшагнули назад. Выдох вниз. Собака головой вверх. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Левая нога вверх, вдох. Шаг вперед, выдох. Руки вверх, вдох. Наклон. Правая нога вверху, выдох. Подшагнули. А, нет. Смотрим вперед, вдох. Подшагнули. Выдох. Руки через стороны вверх, вдох. Через стороны вниз, выдох. Садимся. Садимся в начало коврика. Ноги 90 градусов. Ручки стряхиваем. Капиллярное стряхивание. Хорошо, руки за головой, ножки начинаем опускать на голову. Давайте динамика. Вдох, ножки 90 градусов, выдох, опустили за голову. Вдох, 90 градусов, выдох, опустили за голову. Вдох, 90 градусов. Выдох.
Весь вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Возвращаемся в выдох. Ноги вот возле таза. Переходим мостик с замком под тазом. Прогнули вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Еще выше. Три вдох. Выдох. Четыре вдох. Выдох. Опустили руки. Положили спинку и захватили свои коленочки. Коленки захватили локтевым захватом, если получается. И прижали, покачали. Давайте помассируем спинку. Покачали вправо-влево. Хорошо. И вперед-назад. Садимся. И повторяем упражнение, которое было в начале. Вдох через макушку. Заполняем, начиная с таза, заполняем солнечным светом структуру. И каждый вдох больше, 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 больше золотистого света. Выдох из грудной клетки, серый дымок в виде ненужных напряжений, ненужных энергий, всего, что нам не нужно. Отпускаем. Заходим все больше и больше расслабления на выдохе. И после вдоха и после выдоха задержка с замками. Пальцевый, плечевой, горловой, брюшной и корневой. Давайте вдох. Замки. Отпустили вдох, выдох. До выдох. Замки. Отпустили вдох. Замки. Отпустили выдох. Замки. Отпустили вдох. Замки. Отпустили выдох. Замки. Все, отпустили. Все, и последний элемент. Погладили свой живот. Погладили. 10 манипуляций с животом. 10 манипуляций с животом. Или просто втягиваем живот. Или делаем агнисардхаути, или наури. И чередуем так. У кого есть просто втягивание,
возможность вас притягиваем. У кого втягивание и агнисара тхаути, значит чередуем. У кого наули, значит добавляем. Первый вдох. Выдох. Тянули. Вдох. Выдох. Тянули. Вдох. Тянули. Вдох. Тянули. Вдох. Выдох. Тянули. Вдох. Тянули. Вдох. Тянули. Вдох. Тянули. Отпускаем сначала живот, потом вдох. Тянули. Вдох. Тянули. Отпустили. И спокойно сидим, дышим. Почувствуйте, насколько, как, что поменялось, как изменилось состояние. И нам остается добавить улыбку, собрать внимание в грудной клетке. Давайте поместим ощущение улыбки в грудную клетку, в область сердца. И поделимся теплом, светом своего сердца со всеми чувствующими живыми существами. Ну, начнем с себя. Себя, с собой делимся, себя освещаем. Как бы можно произнести себе такую вещь, там, я люблю тебя. И распространить эту любовь на всех живых существ. На сегодня все. Завтра у нас заключительный день занятия. Поделитесь, получилось ли сиять изнутри. Получилось ли
аккумулировать в себе солнечный свет. Вот, спасибо за участие.